Хай! Тебя приветствует Metal TV. Сегодня будем производить видеообзор кассеты проекта моего Torn Apart, созданного в 99 году. Дебютный альбом Metal Necroticism, изданный в 2000 году. Вот он на кассете. Тексты тут, конечно, да. Тут с матами, перематами на русском языке. Сейчас мы поставим кассету. Кассету на воспроизведение. Опа. Ставим, это единственная кассета, наверное, осталась в переводе. А может и нет, у кого-то в коллекции же есть. Ну тут простой этот самый, ну это такой Industrial Death Thrash Metal, короче, этот альбом. Такой экспериментальный, можно сказать. Это вот, видишь, на фрутике писалась вот эта композиция на компьютере. Так, тут тексты тут на русском языке, ебаное телевидение, Metal Necroticism. Я болен страшной болезнью, зову ее некротисизм, как хотите ее называйте, у меня планка падает вниз. Это самое первое, да. Но это не мой текст, вот это придумал Джек Райпер, Джек Потрошитель, это его текст. Вот, это группа, это не One Man Project. Ну, тут я пишу, что я тогда общался с такими, был такой клуб, как Финал, где мы выступал с этой группой два раза, в 2000-2001 году. Помню, там коловороты проводились, да, классно было. Ну вот, с кем я общался? Тессеракт, Бласт, Гургапс, Этернал Скрим, Датура, Disorder Defection, Mental Demise, Controller Yap, вот, Dark Production, Wolf, Spite, Metal Force, and, ну и, короче, все мои друзья. А вот с кем я общался. Ну, сейчас я общаюсь. Мало с кем, конечно, из этого. Ну, с Датурой, да. В последнее время с кем, кого я помню, с кем я общался. С Датурой, с этим, как его, с Димой Куфлеем, Metal Demise, с Йофиком, по-моему. Ну, и тесно сотрудничаю с Вольфом, Спайт. Вот, это, по-моему, уж этот, как его, Depressive Illusion Records и Молох, вот. Вот, ну, Metal Force еще, это, по-моему, этот, то, что книгу написал, «Между молотом и наковальней», по-моему. Ну, и с Костей Змеевским, с Тессеракта, вот, с кем я общаюсь. Общался последний раз, не помню, давно, он же в Киеве живет. Ну, вот. Это я писал с диска, вот отсюда на кассету, это моя запись. Вот так выглядит кассетка. Такой упрощенный вариант. Этот альбом вышел на Cool Minis Records в том году, в 2016 году. Есть у меня также две копии авторские. Одну я себе ставлю, наверное, одна есть копия на продажу. Так что продаю. Этот альбомчик есть в хорошем качестве. Ну, на кассете, конечно, не очень. Это ж писалось когда, в 2000 году кассета. Не, ну что, в принципе, нормально звучит. Отрегулировать надо. Так, кассеты надо еще перематывать раз в полгода, чтобы они не размагнитились, если ты их не слушаешь. Ну, короче, слушай альбом, а я пока пойду. Следующая тема прикольная. О, это вообще тема шикарная, шикардос. Под него, помню, танцевали в форте. С
сломились. Та самая заводная тема, которая на парте этого альбома. Этот альбом также есть на моем канале в формате Full Length одним треком для ознакомления. Подписывайся на мой канал в каждую среду, каждое воскресенье. На этом плейлисте Metal TV. Новая серия. И с видеообзорами дисков, аудиокассет, виниловых пластинок. Дискет. Футболок. Плакатов, календарей, в общем, всего, что касается металла. Да, подписывайся на мой канал. Желаю успеха тебе, Макс Ехал. Ого!